У вас есть религия? Аллах дал нам ее, Он говорит в Коране. Чтобы превознести ее над всеми остальными религиями. Всякий иной образ жизни, будь то иудаизм, индуизм, буддизм, христианство, коммунизм, исламу суждено возвыситься над каждым измом. Даже если это ненавистно неверующим. И вновь такая же формулировка заканчивается словами «даже если это ненавистно многобожникам». Такова судьба этой религии. И вновь та же формулировка в Коране трижды. Он тот, кто отправил своего посланника с верным руководством и истинной религией. Чтобы превознести ее над всеми остальными религиями, над всеми! И достаточно Аллаха как свидетеля тому, что Он сделает эту религию господствующей, с вами или без вас. Но мы поступаем недостойно, я говорю нам с вами. Аллах дает нам эту возможность послужить Его религии, совершать работу пророков и получить награду пророков. Аллах дает вам ответы, решение всех проблем. Помогите им, и помогая им, поможете себе. Измените их, и вы измените мир. Знание об исламе, знание о Боге воспрянет на Западе. И эта нация изголодалась. Они пустились во все тяжкие. Все уже пошло в ход. Они поклоняются Солнцу и Луне. Они поклоняются Гуру Махарадж, Суами Прабхупада, Махариши, а также так называемому Божественному Отцу. Поклонялись, потому что он уже умер. Есть культы служения сатане, всему и вся. Нация изголодалась, она потеряна, не знает, что делает. Они видят всю эту грязь вокруг них, но не знают, что делать. Все, что попало под руку. А с вами что, мусульмане, с вами что-то не так? Говорю вам, 2 миллиона здесь! Вы словно кастрированы. У вас такой комплекс неполноценности. Уму непостижимо. Здесь, в этой стране, самая продвинутая страна на Земле, цивилизованная, со всеми этими технологиями. Вы как бесхребетные люди, клянусь Аллахом, бесхребетные мусульмане. Особенно я говорю о приезжих с Востока. Будь вы арабом, пакистанцем, бангладешцем или индонезийцем, бесхребетные люди. Как вы поступили со мной, когда я приехал сюда в 77-м? Как вы поступаете со мной сейчас? Я вижу бесхребетных людей, кастрированных людей. В вас нет ни духа, ни воли, ни энергии, ни воинственности. Я приехал в 77-м выступать с лекциями. Я позвонил в Нью-Йорк, на станцию дальше, к западу. Связался с мусульманами. Я сказал, я еду. Он говорит, о чем ваша лекция? Тема. Я сказал, что Библия говорит о Мухаммаде. Это очень хорошо для начала. Легко начать со сравнения религий. Это тема. Он сказал, верно. В назначенную дату и время я прибыл. Что у них была за реклама? Он дал мне брошюру. Не такую, поменьше. Листовку, как вы это называете, флаер. Там говорилось... Пророк в Библии. Ахмад Дидат будет говорить о пророке в Библии. Я сказал, вы понимаете английский, студент университета? Вы обезьяны? Пророк? Разве я сказал пророк? Знаете, что значит пророк? Не знаете? Значит, любой пророк. Это обобщенное выражение. То есть, любой пророк в Библии. Там их упомянуто около 75. Любой из них. Вам интересен любой пророк из Библии? Христианам интересен любой пророк из Библии? Иудеев интересует любой пророк из Библии? Нет. Ваш комплекс неполноценности. Я сказал, что Библия, но вы слишком запуганы, чтобы написать даже эти слова. В другой группе. Я сказал, Мухаммад Величайший. Когда я пошел туда, в рекламе было написано «Мухаммад Великий». Сравнивая моего пророка с Альфредом, так называемым Великим, который печет пироги. Или с Александром Великим, язычником. Что с вами, больные люди? Кастрированные! Не все, но многие из вас. Не знаю. Но милосердный Аллах сказал, не отчаивайтесь, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Наверное, я бы не был мусульманином, если бы отчаялся. Но я говорю, что-то не так с вами, народ, проснуться вам надо. Клянусь Аллахом, Аллах дал вам эту возможность сегодня, в эту эпоху технологий Аллах послал вас. Аллаху лучше знать для чего. Но какая возможность? Они думают, что это разжигает аппетит христиан, когда они видят вас. Посмотрите, сегодня люди раздают литературу. Это разжигает их аппетит. Вы иммигранты, вы приехали сюда, а местный говорит, да это легкая добыча. Вы легкая добыча для них.
И мне нужно ехать в Малайзию, Индонезию, Бангладеш, чтобы проповедовать. Они могут проповедовать прямо на месте, поспать с семьей, а потом прийти к вам и проповедовать. Язык, и мне нужно изучать ваш язык, вы изучили их язык. Вы культурно европеизировались. Но с любой точки зрения, они чувствуют, что вы посланы им Богом. Я говорю, да, вы посланы им Богом для определенной задачи. Измените их! Люди, которые могут поклоняться всем и вся. Почему они не принимают Аллаха? Почему не принимают? Потому что вы не открываете рта. Почему? Потому что вы слишком запуганы. Вы страдаете от комплекса неполноценности, избавьтесь от него. Откройте Коран, прочтите, дайте Аллаху говорить с вами. И Аллах поможет вам. Позвольте этой книге тронуть сердце. И, иншаллах, дайте Аллаху говорить с вами. И его обращение к вам в Коране. Он говорит с вами, со мной и с каждым прохожим на улице. Дайте ему говорить с вами. И вы не можете сидеть ровно, бездействуя, ожидая, пока об вас начнут вытирать ноги, сделают грушу, засорят голову. В этом ваша роль? Аллах говорит нет. И достаточно Аллаха как свидетеля тому, что Он сделал эту религию господствующей. Примите эту привилегию. Я скажу вам, как это бывает. Айн Аллах. Ахи, скажи мне, где Аллах? Быстрей, быстрей. 10 секунд до того, как я нажму. Кафир, 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 кафир.